Очередное заседание административной комиссии прошло 26 октября. В центре внимания новые случаи нарушения общественного порядка в городе. Вновь самым частым нарушением административного кодекса стал пункт о нарушении правил благоустройства. По данному правонарушению комиссией было рассмотрено 11 протоколов. В этом году за 9 месяцев у нас нарушение оштрафовано около миллиона. Это те лица, которые, как вы говорите, ставятся и ставят. Вот они ставят там, где не положено, их оштрафовывают. За прошедшее заседание к общей сумме штрафов за нарушение правил благоустройства прибавилось еще 40 тысяч рублей. И такое на заседании не редкость. Хотя члены комиссии неоднократно напоминают нарушителям, как можно избежать такого исхода. Нужно лишь немного проявить инициативность. Предложение одно, мы его из комиссии в комиссию предлагаем. Как бы молодой этот человек еще с имеющимися своими силами и ресурсом. Нет стоянок, она не появится. Организуйте вопрос по участию вашего дома в программе комфортной городской среды. Есть федеральная программа, отлично работающая, на сегодняшний день, которая получила господдержку и продлена до 2030 года. Еще 4 протокола касались случаев нарушения тишины и спокойствия граждан. Федеральной программы по решению такой проблемы пока не придумали. Избежать наказания можно лишь призвав собственную ответственность и осмотрительность. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.